С колоссальным удовольствием и с нескрываемой любовью я вам хочу представить замечательных девушек, которых наконец-то нам удалось уговорить и заманить к себе на передачу. Это в первую очередь мировая звезда оперы Сюзанна Парецкая. Бурные аплодисменты. И прекрасный аккомпаниатор, наша боевая подруга Элла Пасик. Ну, Элочка, ты аккомпанируешь действительно выдающимся певицам, я думаю, певцам. Да. Как у тебя складываются отношения с Сюзанной? Не капризна ли она? Я скажу так, что с выдающимися людьми у меня выдающиеся отношения. Гений человеческого слова, Элла Пасик. И, Сюзан, мы все время говорим, что нам кажется, что наша передача развлекательная. Так мы думаем. Так нам бы хотелось, так, в сторону юмора. Вот. И сегодня ты, встречаясь с действительно очень известными и очень именитыми певцами оперными, наверняка знаешь какие-то истории, можешь поведать нам о них, если это не секрет. Меня связывают очень теплые отношения с Еленой Васильевной Образцовой. Ее можно цитировать бесконечно. Мы в Вашингтоне на постановке «Пиковой дамы» с Пласидо Доминго, с Сергеем Лиферкусом, Галиной Горчакова. Звездный состав в пасхальный день, ну, в христианскую Пасху, который свободный у нас. И мы дружили, там несколько человек, мы собрались из гостиницы, спускаемся. Стою я, наш аккомпаниатор... Music Preparation, работающий с певцами там, Елена Израильна. Спускается Елена Васильевна. Посмотрела на меня, посмотрела на Елену Израильну и сказала: «Черт побери, ну Христос воскрес, некому сказать». Девочки, ну, а что вы споете нам сегодня? Нам бы очень хотелось, вот, знаешь, Сюзан, ты редко бываешь, но я хочу тебе сказать, что мы вообще на передаче очень любим, когда у нас оперная, настоящие оперные певцы. И в этом мы очень благодарны, кстати говоря, Элочке, которая нам действительно помогает очень в этом деле. И мы бы хотели, если это можно, услышать вот что-то по-настоящему. И прежде чем мы начнем исполнять, я бы хотела особенно поблагодарить вашу передачу. Насколько я знаю, и на израильском телевидении, и на «Израиль плюс» – это единственная программа, которая приглашает оперных певцов, которая любит оперных певцов, моих коллег, и относится к ним с достойнейшим уважением. Спасибо большое. Спасибо тебе. Спасибо. Возвращаясь к твоему вопросу, какие у нас отношения, собственно, это даже не отношения. Я расскажу об Элочке маленький, очень маленький эпизод. В трагический день 11 сентября 2001 года мы вместе вдвоем оказались в Лос-Анджелесе. У нас должны были быть концерты в Сан-Франциско и в Лос-Анджелесе. И рано утром я подождала до, я думаю, до 9 или до 10. Я позвонила Элочке в ее номер и сказала: «Элочка, происходят трагические события. Пожалуйста, возьми самое ценное, что у тебя есть, и приходи ко мне». Через несколько минут я открываю двери, и на пороге стоит Элочка, и в руках у нее сумка с нотами. Товарищ командир, так что споем сегодня? Прозвучит замечательнейший романс на стихи Александра Пушкина, музыка Верстовского, «Старый муж». «Старый муж» играет Элла Пасик, поет Сюзанна Парецкая. Не боюсь ни ножа, ни огня.
чем муж. Ненавижу тебя, презираю тебя, я другую люблю, умираю любя. Он свежее сны, жарче летнего дня, как он молод и смел, как он любит меня, как ласкала его ночной тишине, как смеялись тогда мы твоей седине. Это была Сюзанна Парецкая и Элла Пасик.